Друзья, вот после долгого просмотра древних картин, великих художников, пришло время резюмировать наше понимание в приеме. Напишем японский бамбук и китайский бамбук. Японский бамбук будем писать вот такой сильной кистью, мощной кистью. Сначала возьмем серой воды, тушь. И потом несколькими сильными движениями напишем бамбук. Так, раз, два, три. Вот он, такой вот прям. И здесь тоже. Такая сила, мощь его стебля. Все, что есть у бамбуки, самого сильного воплотилось в этом движении. Добавим сочленение. И несколько листьев. Вот, совсем нам надо достигнуть предела минимализма в этой композиции. После чего немного каллиграфии. Каллиграфию пишу сильными мазками. И, конечно, постановка печати. Такова японская традиция бамбука. Много пустоты, несколько сильных движений, и этого достаточно. Теперь перейдем к китайской традиции. Здесь нам нужно применить более утонченный прием. Ставлю кисть. Вот оно, вот он предел утончения. Далее следующий мазочек. И еще один бамбук. Лучше, чтобы в композиции было три. Далее идут веточки. Вместе веточки и листья образуют чудесный загадочный узор.
Иногда у нас будут серые листья, иногда листья будут более темные. Добавим сочленение. Так, начнем все-таки с черных листьев. Побольше утонченности, изящества. Чередуем точками. И достаточно. То есть, смотрите, мы будто рассыпали эти листья по листу. Конечно, сюда хочется добавить еще. Этим, наверное, и хороша китайская живопись, позволяет не стеснять себя в движениях, и когда хочется добавлять, лучше всего следовать за движением. И этот орнамент, составленный из листьев, мы дополняем теперь при помощи иероглифов. Иероглифов должно быть много. Я напишу высказывание: чтобы рисовать бамбук, нужно прежде почувствовать его всем сердцем. Знаменитое высказывание. Для этого нужно, вообще говоря, кисть потоньше, чтобы соблюсти ритм данного движения. Так, сейчас мы напишем очень известное выражение философа и художника династии Сун Вэньтуна. Чтобы рисовать бамбук, бамбук должен быть в твоем сердце. Мы постараемся сделать так, чтобы своим пересечением черты иероглифов напоминали пересечение листьев бамбука. И, конечно же, подпись. Когда написано и кем написано.
И когда мы все это написали, поставим теперь печать. Китайцы любят много печати ставить. И мы тоже. Одну поставим сюда. Надо пожестче поверхность. Вот так вот. Отлично. И вторую поставим рядом. Вот отлично. Вот у нас получилось две картины. Первая бамбук в японском стиле, вторая бамбук в китайском стиле. Спасибо.